ваш самолет разбился. Прошу, не бейте. Зачем вы здесь? Черт. Кто-то взял пилота. Я расскажу вам все, что хотите. Только не бейте больше. Говори. Человек Пригана сказал нам, что Юма отправила экспедицию в долину. Он сказал, что этот отряд должен был отыскать что-то могущественное. Какую-то святыню. Больше я ничего не знаю. Мы просто решили попробовать заполучить эту святыню. Шок. Что это? Что там у тебя в руке? Это фарация? Черт. Парень серьезно влип. Я точно слышал.
А это еще кто? На людей Йомы не похожи. Осторожно, не пролей. Надо доставить храм еще до капли. Стараюсь. Но так близко от эликсира видения начинаются сами по себе. Потому что это чистый эликсир. Похоже, пилота забрали. Thank you.
Это еще что? Что тут случилось? Дым идет от той радиоантенны. Может, там держит пилота? Сколько же их?
Прием. Прием, меня слышно? Эта хреновина вообще работает? Прием. Да, мы вас слышим. Кто это? Меня зовут Аджай. Потерпели крушение в горах. Пилот ранен. Не могу сказать, серьезно ли. Нужна помощь. Понял, Аджай, мы рядом. Помощь скоро придет. Скажи, как вас найти? Я на какой-то радиостанции. Так, слушай, похоже, будет буря. Оставайтесь там. Мы прибудем, как только сможем. Ясно, понял. Оставайтесь там, да? Я не собираюсь тут торчать. На радиостанции «Чужой». Так иди уничтожь ее.